Всем привет! Вы на канале Супер Никитос. И сегодня я вам покажу, как сделать игрушку антистресс. Капитошка или смайлик. Для этого нам понадобится шарик, мука, ложка, чтобы ложить в воронку нашу муку. Воронка, предварительно сделанные волосы и карандаш, чтобы запихивать нашу муку. Одеваем наш шарик на воронку и засыпаем муку. Если мука не пролазит, помогаем карандашом. И муки надо по чуть-чуть. Мы помогли нашей муке просыпаться. Теперь снимаем нашу воронку шарика и приклеиваем волосы. Вот такой капитошка-смайлик у меня получился. Он еще может растягиваться. Если тебе понравилось, ставь лайк и подписывайся на канал Супер Никитос. Пока-пока!